Я приехала из Кубы уже 6 лет назад. Я приехала сначала с моими родителями, потому что моя мама тут работала. Потом мы уехали обратно, когда она заканчивала работать тут. Но я очень сильно скучала по Беларуси, потому что мне понравилось тут. У меня тут были друзья. И еще у меня тут появилась любовь. И мой парень приехал на Кубе, делал мне предложение, и мы поженились и решили приехать в Беларусь. Хотела бы давать совет тем, которые только-только приехали, имеют очень много терпения. Не все, как кажется, в начале. Я вообще думала первые 3 месяца, что я очень хочу уехать. А я реально скучала по Беларуси, когда я уехала с моими родителями, и я очень хотела вернуться. Я думаю, все страны, в самое начало это не то, что мы об них думали. И тяжело просто привыкать, особенно когда культура разная. Мой муж говорит, что пока я не ем сало, я не могу себе называть белорусским. Ну да, я чувствую белорусское. Ну, я так чувствую.